Фейерверк знаменитых оперных увертюр откроет симфонический вечер, который состоится 25 ноября во Дворце творчества детей и молодежи. Шедевры европейской классики под управлением Эдуарда Дедюра исполнит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский». Во время репетиции дирижер отметил, что оркестр находится в прекрасной форме. Все мы музыканты прекрасные, поэтому и оркестр знает эту музыку, и я знаю, поэтому контакт был один моментальный, и практически никаких не было недопониманий, все было с первого раза исполнено прекрасно. Во второй части концерта прозвучит третья симфония Иоганнеса Брамса. Она была написана в 1883 году, когда о композиторе заговорили как о первом симфонисте Австрии и Германии и преемнике великого Бетховена. Наряду с бетховенским волевым порывом в третьей симфонии присутствуют романтические черты. Ну, симфонию Брамса, она была запланирована уже в репертуаре оркестра. Право выбора первого, так сказать, первой части концерта было предоставлено мне, и поэтому я выбрал фейерверк самых знаменитых и самых ярких увертюр. В программе «Вечер» четыре увертюры к операм. «Сила судьбы» Джузеппе Верди, «Сивильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Свадьба Фигаро» Моцарта и «Вильгельм Тель» Россини. Каждая из них воспринимается как самодостаточная симфоническая пьеса, наделенная яркими мелодиями. Напоминаем, что на концерт пропускают по QR-кодам, справкам о перенесенной коронавирусной инфекции, сертификатом о прививке от COVID-19 или ПЦР-тестом с отрицательными результатами. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.